Канун Нового года в Ульяновске начался муниципальный этап всероссийского конкурса «Ученик года-2019». Побороться за звание лучшего решили 29 старшеклассников. Прежде их ждали два отборочных тура. Этому предшествовало два заочных тура. Это конкурс «Портфолио», где дети представляли свои достижения, представляли свои хобби, любимые занятия. И второй заочный тур – это где дети снимали и представляли на суд жюри ролик «Один день из моей жизни». По итогам заочного этапа лучше всего себя показали 12 ребят. Они попали в финальное состязание «Эрудит». Участникам предстояло выполнить два задания – ответить на вопросы о городе и области, а также продемонстрировать игры, танцы, обряды, отражающие культуру народов своей местности. Имя победителя станет известно 17 января на заключительном этапе конкурса – творческом туре. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.